Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня 28 июня. Блогер из Перми, опальный сотрудник КГБ Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну, понятно, да, что операция продлится до 24 года, до выборов президента. Почему? Ну, задача поставлена зачистить все поле, все до основания. То есть, фактически, не оставить никого, ни левых, ни правых. Ну, это понятно, почему? Потому что, ну, политик... Когда приходит политик, ну, действительно, человек с какими-то идеями, то, в принципе, он реализует свою концепцию, плохую, хорошую, там, вот у Гитлера была своя, у Ленина своя и так далее. Владимир же Путин пришел в результате, ну, дворцового переворота, интриги дворцовой. Ну, кстати, и Ленин пришел тоже в результате дворцовой интриги, мы уже говорили, об этом пишут сегодня очень много работ, исследований, что прогрессивный блок, да, почему потом банкиры его привели. Свергли царя. Почему? Потому что, ну, он первый, кстати, создал, Николай II, баланс народного хозяйства, и деньги распределял, минуя банки и биржи, распределял по предприятию, увеличил производство снарядов там, сколько, в 10 раз за 8 месяцев. И когда банки не получили 30% от военного заказа, то через прогрессивный блок, вот они провели закон о развитии демократии, и все оппозиционные партии финансировались из бюджета воюющей страны. Кстати, этот бюджет был равен, я говорил уже об этом, морской программе воюющей страны. И сюда съехались все оппозиционные партии, в том числе Ленин, который до этого вообще 10 лет не собирал съезды, расколол свою партию социал-демократов, даже свою фракцию не собирал с 12 года. Там очень большие... Там, кстати, очень много вот таких, ну, если хотите, темных пятен, да. Вот я раньше думал, ну, почему, скажем, в спецхранах была вся статистика по 19 веку, да. Думал, ну, а что там, что такое. А сейчас, оказалось, сейчас понял, почему. Ленин написал работу в 99 году, 890-м, «Развитие капитализма в России». Смысл был вот в чем, он говорил, что проблема России – это вот непомерные выплаты крестьян за землю, да. Первое. Второе, это мелкие наделы, что неизбежно приведет к революции на деревне, на селе, говорил он, потому что, ну, непомерные платы. А была статистика, которая говорит, что нет. Говорит, что, допустим, с десятины собирали 40-50 пудов хлеба, зерна, а выплаты составляли всего 2 пуда, то есть 2 мешка. То есть фактически никакие. И более того, вот эти наделы крестьян в России были на порядок в 3-5 раз больше, чем в Европе, чем в Англии, во Франции. Проблема села была в чем? Это нехватка вот тракторов, удобрений, что, кстати, потом решал Сталин, да, что пытался, вот, может быть, отчасти делать и Столыпин и так далее. Но факт то, что вот поэтому статистика это и была, что, ну, Ленин серьезный ученый, не надо так сказать. Но он ошибался. Вот одна из ошибок, вот я и говорю, что вот в этом была, что он говорил, что революция неизбежна. Почему? Потому что вот огромные выплаты крестьян за землю. И плюс он говорил, что вот мелкие наделы, которые не позволяют ничего подобного, так сказать, все позволяло, все. Поэтому статистику все секретили. И Путин сегодня, он пришел без программы политической, без взглядов. Он пришел в результате интриги внутриэлитной, да. Ну, Березовский сам не мог стать во главе страны, потому что понятно почему. И он поставил, в общем-то, кто-то незаметного человека, ну, думал, что он будет им управлять, но тот оказался похитрее. Часто бывает, знаете, что считаются дураком, а говорят, дурак потом... Получив власть, также Хрущев, да, он начинает всех раскидывать. Так и здесь. Путин, так сказать, получив штурвал, привел полностью свою команду к управлению и оказался у разбитого корыта. Экономики нет, страны нет, идей у него никаких нет, ничего нет. А как управлять? Ну, вот он управляет при помощи вот такой жесточайшей авторитарной власти. И говорят, что было совещание в ФСБ, в том числе там Советов Безопасности был Патрушев. И произошла такая фраза, что период, говорит, жесткости закончился, но сейчас период жестокости. То есть сейчас зачистят всех. Ну, тоже с эхо Москвы, понятно, к либералам подобрались. Ну, с Платошкину вот дали, так сказать, 5 лет, чтобы он не избирался. Знаешь, составили списки. В регионах пока 50 человек, кто, так сказать, ну, в первом этапе пойдет, так сказать, по этапу. Потом будет вторая партия, третья. Ну, то есть вот задача зачистить все поле. Для чего, зачем?
Ну, кто там понимает? Если нет идей, нет взглядов, нет убеждений, то ну, просто жестокость ради жестокости, чтобы никто вообще не пикнуть не мог. Может быть, пройдут выборы, он снова изберется. Понятно, что это нелегитимно, незаконно, но может быть, какие-то будут послабления. Может быть, УЗИ опустит по УДИЛу, и может быть, что-то появится. Нам разрешат сказать, вякать на местах. Ну, сейчас вот до блогеров начнут добираться. Ну, ваш покорный слуга тоже. Руководство ФСБ мне за мои скандалы на Дону уже устроило, так сказать. Из меня пыталась сделать экстремиста и так далее, для того, чтобы, ну, спрятать в психушку, чтобы я не писал там, так сказать. Ну, кстати, я хочу сказать, что вот Малютина, реформа, ну, ладно, потом военная, в 1874 году, вот она же, так сказать, систему округов сделали. Кстати, эта система сохранилась при коммунистах. И самое, для чего я рассказываю. Малютин создал как раз военно-юридическую академию. Да, юристов военных начал выпускать. И если, допустим, раньше до его реформ отправляли студентов, старших офицеров, солдаты, то юристов отправляли помимо солдатов, и, кто там политикой занимался, еще и психушки. Поэтому ваш покорный слуга прошел все вот эти, так сказать, оппозиционные стадии, которые положены юристу в России, военному юристу. Поэтому вот так будет период не жесткости, а жестокости невиданной. То есть зачистят все. Кто сказал мяу, все, сразу наручники и так далее. Ну вот, такой, в такой стране мы живем. Спасибо, ваш Бессонов Сергей Борисович.